Смирно! В носу знамени приготовиться! Знамя внести! Дорога к войне застрелила.
знаете, священий праздника Победы у нас нет. Для всех нас та Победа дорогая. Просим передать знамя командиру 6-го А-класса. Thank you.
пели мирную, ласковую песню в подмосковных местах суровой военной зимой от 1941 года, называя «Катюшами» многоствольные реактивные минометы. И было в ней столько светлого ощущения жизни, радости, обаяния, что не полюбив ее было просто невозможно. И люди полюбили «Катюшу». Пожалуй, ни одна из них и согревала так солдатское сердце в тяжелую военную пору, как любимая Катюша. Просим передать знамя командиру специальной школы. Просим песни на войне. После боя сердце просит музыки в войне. Просим передать знамя командиру 7 класса. Thank you.
средним опором, Красноярочкой дружил и в лютой битве с ворогом медалью заслужил. Пришло письмо летучее в заснеженную дачу, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль.
память жжет в груди. К могиле неизвестного солдата ты в праздники и в будни приходи. Он защитил тебя на поле боя, упал, ни шагу не ступив назад. И имя есть у этого героя, великой армии простой солдат. Просим передать знамя командиру 10-го класса.
Бывает? Бывает. Послушай. Просим передать знамя командиру 11 класса.
небо весеннее, синие косынки, вишни нарядные в белом стоят, празднично, трепетно, и по старинке майского вальса аккорды звучат. Просим передать знамя капитану, командиру, педагогам. Смирно! Выход у знаменной группы приготовится!
ленты алые, символ дружбы и счастья людей. Знамя победы алое – это мир для планеты людей. С праздником, с Днем Победы! Огромной стеной разгорит, уничтожит.
Наш длительный круг подошел к концу. Мы просим вас, начиная с 6 класса, можете покидать наш актовый зал. Спасибо всем большое.